Севастополе прошло совместное заседание антитеррористической комиссии оперативного штаба. Как сообщает пресс-служба городского правительства, в нем приняли участие губернатор Михаил Развожаев, начальник управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю, представители местной исполнительной и законодательной ветвей власти, Черноморского флота и силовых структур. Речь шла об обеспечении антитеррористической безопасности образовательных учреждений города и о противодействии распространению идеологии терроризма. Глава Севастополя поручил уделить особое внимание регулярному обучению лиц, ответственных за безопасность школьников и воспитанников детских садов. Кроме того, он отметил необходимость разъяснительной работы среди учащихся и мониторинга информационной среды.